Добрый день! Мы находимся сейчас в очень интересном месте, очень сказочном, красивом, живописном. Это ботанический сад Куала-Лумпур. Если вы думаете, что в Куала-Лумпур смотреть нечего, вы ошибаетесь, потому что здесь можно гулять 10 дней, 12, 14, спокойно, и каждый день вы будете видеть что-то новое. Вот в этом ботаническом саду можно гулять 2-3 дня. И все не обойдешь, потому что здесь огромная территория, здесь есть парк орхидей, парк птиц, парк гибискусов, каких-то редких деревьев, вот такие красивые пальмочки, какие-то деревянные домики, даже детская площадка, здесь очень много всего. И мы всем, кстати, сюда ездит как раз смешной автобус Хопон-Хопов, мы на нем добрались, и здесь по территории вход бесплатный. Дай посмотреть, дай сказку по-моему. И нам, как свадебщикам, здесь очень не хватает сказку. Здесь просто шикарно и восхитительно пофотографировать.